Грозовые камни. Композиторы Гарри Макдональд и Лоуренс Стоун. Сценарий Алисон Несель. Режиссер Марк Дефрост. Мы хотели поговорить с тобой. Точно. О твоей подружке. Вы видели ее? Где? А его? Я их повсюду ищу. Да, у меня есть новости о твоих друзьях. Он и овцы были прямо перед нами. Секунда, и их нет. И мои собаки тоже. Он растворился в воздухе, а девчонка где-то прячется. Что за чушь? О чем вы говорите? Исчезли с овцами? Куда? Вы тоже видели, да? Они сверкнули. Как они это сделали? Что за корабль у них был? Не знаю, что я видел, но девчонка точно здесь. И я хочу узнать, что все это значит. Пришельцы! Я так и знал! Что тебе? Было бы проще, если бы ты говорила. Замечательно, покровители. Зато теперь я знаю, где я. Вроде как. А ты откуда узнала, что они там? Идем. Нам нельзя оставаться здесь. Я был на руднике и слышал, как они говорили о Ное. Думаю, Аришка еще в прошлом. С ней что-то случилось? Не знаю. Но если я не найду Ноя раньше покровителей, боюсь, мы и не узнаем. Ты собираешься в долину рек? Тебе придется идти по глубокой дороге. Ты не можешь. Только не один. Кто-то из нас должен пойти с тобой, Луч. Я! Нет, не ты, Чи. Что? По крайней мере, это не мне мерещились монстры на каждом шагу. Но там кто-то был. Кому попадется короткая, тот и пойдет. Посмотрим, кто выиграет. Сегодня мой день. Быстрее, Женева, догоняй. Отдохнем, когда доберемся до развилки. А это далеко? Прямо перед дьявольской горкой. Перед дьявольской горкой? Это единственный путь. Ты должен был предупредить меня. Я никогда там не была. Мне страшно. А мне нет. Так что не бойся. Я знаю, ты сможешь. Я в тебе уверен. Чудовище. Оно здесь. Держись за мной. Я никого не вижу. Мне не нравится, что мы его не видим.
Я ничего не хочу знать, Дуэйн. Мне неинтересно, что ты думаешь. Скажи мне, зачем ей возвращаться сюда, если именно здесь вы ее чуть не поймали? Потому что сюда ведут ее следы. Но если она попыталась скрыться, я ничего не понимаю. Смотрите. Следы. Следы? Да, свежие. И они ведут прямо туда. Могу поспорить, она в сарае. Не ходите туда. Отвали, Дуэйн. Мне уже надоели твои советы. Да, но в загоне еще не объезженный жеребец. Ему это не понравится. Вернитесь. Он убьет вас. Булли! Булли, беги! Он скачет прямо на тебя. Нет, не трогай меня. Кто-нибудь, помогите. Помогите кто-нибудь. Успокойся, дружок. Мы же никого не хотим обидеть, правда? Все в порядке. Он все понял. Ты просто напугал его. Что я говорил вам? Она не такая, как мы. Она пришелец, маг. Я знаю, что они там. Не надо мне каждую секунду об этом говорить. Просто помолчи. Идем. Поближе друг к другу, а то еще упустим его. Гром и молния. Вы только посмотрите на них. И только не говорите, что это не машины. Интересно, сколько энергии они потребляют. Они живые, тупицы. Живые? Так, почему ты не улетела со своим другом? Я была с другой стороны ворот. Но он вернется. Я должна быть там и ждать его. Там это где? Где мы приземлились? Ну и будет искать меня там. Ясно, можем пойти туда прямо сейчас. Ты отвлекай ее, а я пойду вызову полицейских. Но... А как ты думаешь, он вернет мою собаку? Он примерно в 100 метрах от вас. Мы все еще его не видим. И не надо, я ваши глаза. Просто делайте, что я вам говорю. Продолжайте идти. И долго нам еще придется бродить здесь? По-моему, если бы он был здесь, он бы уже попался. Если Тао говорит, что он здесь, значит он здесь. Или ты хочешь сказать, что Тао ошибается? Рация-то у тебя. Ну ладно, идем. Отлично. Идем. Это он. За ним. Быстрей. Не упустите его. Он всего-навсего мальчишка. Вы можете догнать его. Он бежит обратно к реке. Окружайте его быстрее. Окружайте его. Чего вы ждете? Окружайте его. Ок.
окружить его. Я не пойду к этому чудовищу. Ни за что. Я сказал, держите его. Скажите этим идиотам, чтобы они хватали его. Этот зверь в 10 раз меньше вас, и он один. Что с вами такое? Ну, иди же. Хватай его. Давай же. Давай. Чего вы боитесь? Давай, хватай его. Хватай. Быстро. Он порвал мои штаны. Я сматываюсь. Прямо туда? Это не так страшно, как кажется. Прости, я не могу. Я не смогу спуститься вниз. И не надо. Там не за что уцепиться. Надо прыгнуть. Ты шутишь? Я уже прыгал, честно. Просто не думай об этом. Прыгай и все. Давай. Нет, я не могу не думать. Ты в порядке? Вроде. Я так и не понял, как ты остановила лошадь? Вы не понимаете животных. Ты даже свою собаку не понимаешь. Долли, ее зовут Долли. А я увижу ее еще? Не знаю. Ну, а где она сейчас? В другом времени, в будущем. Не представляете, какие вы счастливые. У нас нет ничего, ни собак, ни лошадей, вообще нет животных. Вот зачем я пришла сюда. За лошадьми. То есть совсем ничего? А что это за место такое? Если вернусь домой, я позабочусь о Долли. С ней будет все в порядке, обещаю. Никаких животных, ни одной собаки? Наверное, она нужна тебе больше, чем мне. К тому же ты спасла мне жизнь. Ладно, мы идем? Спасибо. Это будет что-то. Невероятно. 6, и ты их распугала. Какой-то негигиеничный у тебя способ общения, собака. Нет. Они тебя еще не поймали? Еще нет. Все в порядке, собака. Это друзья. Кто это? Семейство волчьих. Собака. Лучшего защитника от покровителей не найти, поверьте. А где Аришка? Ну, поймите, все не так просто. Куда мы идем? Недалеко есть пещера. Идем. Ну... И когда ты сможешь вернуться за ней? Как только заряжу их энергией. А зверь еще здесь? Чуть ниже по реке. Они ищут тебя. Мы можем туда залезть? Можем попытаться. Получается, эта штука не такая надежная. Откуда мне знать, что в следующий раз все сработает? Он делает все возможное. Честно говоря, они непредсказуемые. Никогда не знаешь, что с тобой случится на другом конце. Спасибо.
Да и ей немножко. Хватит на всех. Я не подумал об этом. Чем мы будем кормить ее? Это же плотоядное животное, ест только мясо. Мясо? Ну да, мясо, плоть, мясо. Нас? Да нет, других животных, маленьких, маленьких животных. Она ест живых существ? Вроде как. И люди раньше их ели. Пусть попробуют. Ну, видишь? Но где это он? Думаю, он находится во временном отрезке до падения кометы. Да, и животные тому доказательство. Вопрос только, где именно. Мы до сих пор не поняли, как ему это удалось. Так спросите его сами. Мне кажется, если мы видим его, то и он может нас видеть. Хорошая мысль. Попробуем? В холодике. Нашли его? Нет, не нашли. Этот мерзавец даже не номад и не умеет прятаться, как они. А Сыч чем занят? Ничем. Они все бегают от этих зверей, которые то и дело выскакивают из кустов. Это легко поправить. Поймаем одного из зверей, которых они так боятся. Отлично. И покажем им, как легко справиться с этими существами. Следите за ней. Она предупредит вас, если кто-то идет. Оставайся с ними. С ними, поняла? Здесь нормально. Хотя никогда не знаешь, где именно ты приземлишься. Здорово, мы будем как в первом ряду. И взлетишь прямо здесь? Сначала я возьму то, зачем я здесь. Ты возьмешь их с собой? Должна. Я за ними и прилетела сюда. Другого шанса уже может не быть. Что? Лошади? Погоди-ка минутку. Зачем? Я возвращаюсь в будущее, где они уже вымерли. Все. Все живые существа, которые есть у вас, вымерли. Можешь представить? Если я не возьму их, они никогда снова не появятся. По-моему, все честно, Двейн. Уверен, твой отец возражать не будет. Да, да, наверное. О чем вы тут болтаете? Отвлекаем ее, пока не приедут полицейские, как ты и сказал. Да, так и продолжайте. Давай же, ну. Это он. Я вижу Ноя. Что? Ной, ты нас слышишь? Это он, мам. Что это? Ты нас видишь, Ной? Что происходит? Ной, мы тебя видим. Мам, я не знаю, что происходит, но я должен убираться отсюда, быстро. Объясни, как ты это сделал. Где ты? Простите, но я должен идти. Ной, пожалуйста, ты в порядке? Он жив. Наши лошади полетят в будущее. С ума сойти. Ты уверена, что 4 хватит? Вполне. Отлично. Только оставайся на этой стороне, ладно? Да. Не думаю, что у вас мне очень понравится.
скорее. Ну где вы там? А вот и они. Ты вызвал полицейских? А то. Були! Он вызвал полицейских. Беги отсюда. Что это? Беги скорее. Что ты делаешь, Були? Аришка, скорей, скорей. Скорей сюда. Пусти меня, Були. Что ты делаешь? Присмотри за моей собакой. Потрясающе. Аккуратней. Некоторые из них кусаются. Посмотри на нее. У нее даже ума не хватает, чтобы бежать. Ной, запрыгивай, скорей! Не перестаю думать об этом. Я уверен, что это были мама и Бекки. И они видели меня. Теперь они знают, что ты жив. Наверное. Я бы хотел знать, как это получилось. Им что-то удалось выяснить. Зачем она это делает? Ты нравишься Долли. Долли? Ее так зовут. Долли. Что за дурацкое имя такое? Лучше называть ее собакой, чтобы все оставалось на своих местах. Что ж ты не вернул ее? Конечно, так и нужно было сделать. Ты бы обрадовалась. Я думал, этому не будет конца. Собаки, лошади, овцы. Надеюсь, теперь ты довольна, Аришка. Создатель и продюсер сериала Джонатан Стив. В ролях Джеффри Уолкер, Мэрио Невуки, Дэниел Дапперис, Дэмиан Фотю, Анна Грейс Хопкинс, Кейт Келти, Натан Вентворд, Джерард Кеннеди, Стюарт Халец, Елена Мандалис и другие. Оператор Рон Хейген. Конец 11 серии.